Всем привет, это Redmi Note 12, здесь AMOLED-дисплей. Понятное дело, что некоторым хотелось бы, чтобы здесь был DC-диминг или устранение мерцания, но здесь этого нет. Заходим в настройки, заходим в экран и видим, что у нас есть возможность только настроить яркость, режим чтения, цветовую схему, частоту обновления, шрифт, размер, размер текста и все. Больше ничего мы не можем сделать. Некоторые говорят, что нашли эту опцию, мол, там нашли как-то в каких-то чигирях, в настройках какую-то опцию там по экрану, которая как бы отвечает за DC-диминг. На самом деле нет. DC-диминг всегда называется как устранение мерцания у Xiaomi, и он всегда находится вот здесь в экране. Если его нет, то его нет. Поэтому иногда Xiaomi ее убирает, эту опцию, с обновлениями прошивок. И иногда она ее добавляет с обновлениями прошивок. В конкретно этом случае неизвестно. Добавят, не добавят. Может, уже добавили в новом обновлении. Я не знаю. Но сейчас этой опции нет. Кому нужен DC-диминг, не берите этот смартфон, потому что на данный момент DC-диминга здесь нет. Устранения мерцания нет. Поэтому, если вам AMOLED не подходит, не нравится, болят глаза, красные, голова болит и так далее, то, скорее всего, да, вы столкнетесь с этими проблемами, так как здесь AMOLED. Хоть мне этот дисплей нравится, у меня нет никаких проблем с AMOLED, у меня никогда не болит голова, глаза, ничего, никаких проблем даже вечером, если пользоваться. Хотя я стараюсь вечером меньше пользоваться, либо пользоваться с включенным светом, для того, чтобы меньше нагружать глаза. Так что, если вдруг у вас есть проблемы, не смотрите вообще на AMOLED, либо смотрите на те AMOLED, где есть DC-диминг, чтобы вы могли пользоваться комфортно именно вечерами. Хорошего всем настроения, всем пока!